Баркер. Опять опасный ворот Гласса. Здорово, Кошмар на паузе. Раскатали, разбросали. Тик-так, кто это называется за океаном? А у нас называется раз, два, три. Раз, два, три, елочка горит. В Братиславе 2-1 счет становится. Марок Веденский дубль оформляет. Да, все здорово сделали игроки Слована. Сыграли под воротами. Блестящая работа, действительно очень красивый, эстетичный гол. Можно его, собственно, закатать в пармскую ветчину и скушать на ужин. И голодным точно не останетесь. Но вообще пустой уже угол был, конечно, перед Веденски. Кашпар блестяще показал, что будет бросать. Он купил вратаря, он купил защитника Нагачева. И затем уже отдал просто на свободного Веденски, у которого вторая заброшенная шайба в этом матче. 2-1. Пока главный герой этой баталии 25-й номер команды из Братислава.